А сегодня у нас, друзья, поступление крутых светодиодных ламп, особенности у кого проблемы при движении задним ходом в темное время суток, у кого реально плохо все видно по зеркалам. Эти лампочки для вас от компании МТФ, это корейцы, специальная серия Backlight. Ну, вот два вида цоколей. Первый это V16, точнее W16W. Вот откроем коробочку, очень презентабельно, кстати, выглядит в комплекте по одной лампе. Это вот первого вида, у которой идет вот такой вот плоский штекер. И более популярный в иномарках чаще всего встречается. И вот такой, как его называют, жигулевский. Но в иномарках тоже многих встречается вот такого вот вида цоколя. Комплект, как мы сказали, одна лампа, потому что в основном, точнее не в основном, а в многих автомобилях, в принципе, на задний ход идет одна лампочка. Ну и поэтому они продаются в комплекте по одной штуке. Но если хотите, конечно, можете приобрести две. В принципе, даже одна лупит, ой как. То есть по, скажем, яркости и мощности она не уступает так называемому ксенону, который устанавливается в задний ход специализированным. Обратите только на саму лампу, как у нее охлаждение какое массивное. Сама по себе лампа как выглядит серьезно и мощно. Даже вот по весу ее в руку берешь, она увесистая. Что вот и вот второго вида лампочка. Обратите внимание. То есть у нее есть, кстати, с боков вот у этого цоколя фиксаторы для того, чтобы зафиксировать ее в фаре заднего хода или фонарики. Кстати, стабилизатор тоже в комплекте. Давайте включим, посмотрим, как она лупит. Стоит одна лампочка, кстати, 2300 рублей. За эти деньги она уж обязана лупить. Вот мы одну подключили, которая у нас идет на примере W16W. Сейчас выключим свет и попробуем включим лампочку. Вот включим, вот она лупит-то, ё-моё. Такой, кстати, плавный рожек, и у нее считается такой более направленный луч, который у нас отвечает вот как раз таки за задний ход. Светит очень мощно. Мощнее, чем вот есть такие светодиодные фонари ручные, тайские. Светит реально не хуже. Обеспечит вам уверенное движение задним ходом, даже, скажем, в какую-нибудь ночную дождевую погоду. Реально, вот он, направленный свет. Реально круто. Новые светодиодные лампы корейского происхождения от компании MTF W16W и, соответственно, P16W, серия Backlight. Не хуже ксенона задний ход в наличии магазин Модерн.